Слово «кактус» походить від грецького і означає «щитина». Всього ботаніки нараховують 3000 видів кактусів. У Мексиці в якості новорічного символічного дерева замість ялинки використовують кактуси. У цій рослині багато вологи. Мандрівники в пустелі були врятовані від спраги тільки завдяки кактусам, з яких вони добували воду. Кактуси добре переносять спеку. Для них температура в 60 градусів вважається цілком комфортною. Колючки рослини служать іонізатором повітря. Це доведений факт. Цереус гігантський – найбільший кактус у світі. Його висота досягає 25 метрів, а вага – до 10 тонн. Найменші у світі кактуси називаються Блоссфельда. Вони поміщаються в чайній ложці. Кармін – харчову добавку Е120 роблять з самок комах кактусової псевдощитівки. Зараз з кактусів виробляють мило, шампуні, вітаміни, солодощі, лікер та інше. Відходи виробництва йдуть на корм великій рогатій худобі. Тетяна Єрьоменко – флористка міжнародного рівня, власниця і креативна директорка галереї квітів, членкиня Асоціації флористів України, учасниця міжнародних виставок та показів, неодноразова призерка флористичних конкурсів. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні ви до нас не з пустими руками завітали, а також різними видами, я так розумію, кактусів. Але одразу, я думаю, всіх привертає увагу ось цей красень, цей здоровезний. Мені просто цікаво, скільки йому років, що він так виріс? Ну, приблизительно 15-18 лет. Он как бы растет не так уж и быстро. И это его не самый большой экземпляр. Одни, кстати, из таких вот больших экземпляров в ботаническом саду в Киеве, ну, в среднем раза 4 больше. И они, кстати, шикарно цветут. Відвести погляд від цього кактусу, невже ви хочете сказати, що він з ось такого малесенького, наприклад, який є у вас на столі, виріс до такого? Вот где-то среднего вот такого вот, он вырастает вот этим вот размером. И вот, ну, как, обратите внимание, что это более такой вот цветники, да, а это уже как бы, знаете, как сидеют. Это же старость, его, ну, выбачьте, ну, вот эти такие колик, такой колючок. Да, это его возраст, да, это не старость. Скажем так, он в расцвете сил. Он еще у нас не старенький, но он еще у нас так. Он еще, ему еще расти. Ему еще цвести, они очень шикарно цветут. Вот для сравнения, вот эти вот все 4, это все грузони, это все вот они, но они потом имеют свою, да, вот они растут, немножко меняются. Очень часто с ним можно увидеть вот такие вот красные в продаже. Ну, мальчики, девочки, это просто крашеные. Та ви що? Це пофарбовані? Так. Таких кактусів не буває? І фіолетові, і жовті. Ярко-жовтий, ярко-жовтий. Це теж, це крашені. Очень, вот... Так, бачили. Да. Вот то просто идет прививка сверху. Ну, как бы с кактусами это отдельная история. Кто-то напитывает, кто-то просто сверху красит. Когда он растет, он просто остается, вот нижние будут вот такие красные, а верхние уже будут вот такие вот белые. Як би ось так. Зрозуміло. Отже, давайте повернемося по догляду за ними, тому що кактуси, як на мене, це дуже такі теж вибагливі рослини. Ну, це як для мене. Тому що деякі кажуть, що їх треба тримати у світлій стороні, дехто каже у темній, тому що вони так інакше не ростуть. Поливати багато, небагато. Давайте розбиратися, що ж нам з ними робити. По-перше, з освітленням. Яку сторону нам вибрати, щоб вони дійсно почали рости? Зимнє время. Їм, звісно, нужен сонце, світ. Це можна ставити сміло на южную сторону. Но летом мы никогда не будем ставить их на южную сторону. Почему? Потому что наше солнце, оно обжигает. И, к сожалению, на нашем кактусе будут ожоги. Тем более через солнце. Опытные кактусоводы, скажем, они рекомендуют забеливать окна. Вот просто, да, брать звездку и вот ею забеливать окна, чтобы были преломления солнечных лучей, чтобы не жглось и не портились вот эти вот стекляшки. А якщо тоді, я буду вклинюватися періодично, якщо до того, що вони витримують 60 градусів сонця, там в пустелі, жару витримують? Там нет стекла, скажем так. А, це тому що скло, зрозуміло. Тобто це є основна проблема, так, скло. Ну, як правило, в наших условиях, це квартира, це зараз нові окна, які, к сожалению, страдают очень многие растения от этого. А по поводу для того, чтобы как зимой за ними ухаживать. Так. Если у вас есть помещение, которое холодное, до 15 градусов температуры, ну не ниже где-то 10 градусов, светлое, и не сырое, мы оставляем в этом помещении по кактусу, забываем его на месяца 2-3, потому что мы даже его не поливаем. Навіть не поливати? Так, когда холодно, и есть свет, и нету слишком, ну, вот лишней влаги. Кактус просто впадает как бы в такой вот, скажем так, у него стадия покоя. И вот в этот стадии покоя у него закладывается ботанизация. У них начинают образовываться бутоны. Весной мы его просто-напросто достаем, ставим на подоконник и начинаем поливать. Как правило, поливаем сверху. Водичка начинает стекать. Тоже, кстати, один из стимуляторов цветения кактусов. Тобто не фильтрованный вот такой полив, не снизу подливаем, а сам крапаем. Весной можно делать вот таким вот образом. У себя именно в магазине мы таким образом их поливаем. Во-первых, хорошо смывается пыль, очищається кактус і починає хорошо себе чувствувати і цвісти. Як багато можна лити води і як часто його поливати? Тому що мені казали, що треба кожен місяць, і я його кожен місяць потроху лью йому. Ні, дівчата, ну, тільки не потроху. Раз в місяць запросто можна, один раз в місяць. Наприклад, смотрите, якщо в кімнаті у вас жарко, ви розумієте, що у вас горшочок висохнет за недельку, то бишь 3 недели чем им питаться? То бишь мы понимаем, что может быть через недельки-2 я его полью. Если у вас в комнате довольно холодно, там градусов, я не знаю, ну, там до 15-18, я понимаю, что горшочек высохнет где-то, ну, через недельки-3. Тогда я буду поливать его раз в месяц. Ну, вот тут треба розуміти. Зараз іде весна і літо. Давай, якщо середня температура в кімнаті, ну, скільки у нас влітку? Ну, 20 градусів. Так, от як часто його все ж таки поливати? Ну, от, смотрите, якщо ми візьмемо, в частності, вот этот вот екземпляр, я его буду поливать в среднем раз в 2 недели летом. Почему? Обратите внимание, то, что у него небольшой объем земли. Земля у него легкая, которая очень быстро высыхает. Это не наш грунт, это грунт покупной, идет специально для кактусов, который имеет свойство быстрее просыхать. Естественно, буду раз в 2 недели, ну, раз в 3 недели, возможно, опять-таки, я буду за ним смотреть. Я обычно беру горшок в руки, я чувствую, насколько он высох. Ось таким от образом. Так, а ви ще казали, що до ефіру спілкувалися, як можна гратися з квітами, розуміти, коли їм треба воду лити чи ні? От розкажіть про цей секрет, будь ласка. Це не тільки для кактусів, це взагалі такий момент, коли ми знайомимося з рослиною, ми повинні розуміти, ну как же с тобой баловаться? Вот я купила себе, да, вот нового друга, а вот как же с ним дружить? Первое, узнаем его название и узнаем его родину. Когда мы знаем родину нашего растения, нам проще же с ним общаться. Мы понимаем, откуда он. Мы понимаем, насколько он любит воду, насколько он любит солнце, и вот либо он любит, наоборот, в тени расти. Второе, мы берем его и рассматриваем. Если мы видим толстый стебель, мясистые листья, мы понимаем, что у него идет хороший запас влаги вот в этом. Вот как в кактусе. Мы, если обратим внимание, как бы, да, вот сам ствол, вот это вот все это, листья, у него что-то колючки. И колючки, они выдают малый объем благодачи, скажем так. Вот большие листья, растения, которые имеют большие листья, у них, естественно, большая площадь отдачи влаги. Естественно, они будут больше требовать влаги. Ага, вот, зрозуміло. Да, мы смотрим на растения, чем толще, тем легче полив. Тут нужно сравнювати. Я обожнюю кактус, зізнаюсь, але в мене з ними не складається. Ці в мене якісь видовжений і не колючий. Чи бувають не колючі кактуси, не знаю. Але вдома в мене з кактуса посипались голки. Що це може означати? Ну, вот то, що у вас витягнулося, це було мало освіщення, і вони втрачають форму. Це йому потрібно більше освіщення, більш сильно. А дома, вот честно говоря, посыпал кактус, не иголки, мне это, ну я вот как-то думаю, никто вас там его... Що ж вона робила з тим кактусом, що голки посипались? Та ну нічого, розумієте, що верхівка в нього нормальна, а знизу він голий, нема голок. Голки всі тут на землі. Знаєте, ви, наверное, вишите фотографії свого кактуса. Може бути, це дійсно його норма, жизнь у нього така. От, наприклад, по хиподиуму или в народе небритый мужчина, вот он сбрасывает свои лица перед тем, как начинает расти. Как бы, ну... Може, в мене не бритий чоловік мешкає, не поголений чоловік. Можливо, почне рости. Отже, поговорили трохи, ось дізнались, так, що ось деякі сиплять. Як зрозуміти, що наша рослина хворіє, має якихось шкідників і що з цим робити, коли у нас кактус є? Во-первых, кактус всегда должен быть гладким, красивым и блестящим. То бишь мы когда берем... Не, ну вот с этим, конечно, мы должны просто просматривать очень внимательно, смотреть, чтобы не было нигде никаких пятнышек, чтобы не было нигде никаких дырочек, скажем так. Но обычно пятнышки, дырочки, особенно такие, как выгнивают, это, естественно, перелив, как правило, либо это какое-то, не дай бог, бактериальное заболевание. Кстати, периодически, что мы делаем... С растением мы пересмешиваем воду спиртом и моем. Это очень хорошая профилактика заболеваний. Но про водку, про растения это можно очень долго рассказывать, это можно даже отдельную серию делать. А какие сдобрива, сдобривать и варто, чи нет? Да, растения всегда нужно удобрять, потому что то, что мы растем вот в этих вот горшках, это, вернее, в этой земле, она сама требует какое-то удобрение. Удобрять, как правило, лучше, ну, ближе уже к весне и вот до конца сезона. Дальше мы внимательно просматриваем, потому что может быть мелкая паутинка. Паутинка говорит о том, что это клещ. Клещ также с ним нужно бороться. Либо есть вот такие, опять-таки, можем, опять-таки, это очень внимательно просматривать. Бывают такие вредители, как мучнисочервец, это маленькие, как кусочки ваты. Ну, такая вот, знаете, не очень приятная вещь, с ней, в принципе, довольно трудно бороться. И там не то, что там народное не помогает, там нужна химия бороться, и бороться не один день, и не один раз. Ну, как бы такое... Ой, а ще можна, в мене на кактусі дома шишенята, ну кактусенята з'явилися, їх варто відірвувати? Это ваше решение, да, если вы, например, хотите, чтобы у вас было их много, пожалуйста, отрывайте, садите. Если вы хотите, чтобы это было, вот, ну, в принципе, это же интересно смотрится, да, когда их много на одном, оставляйте. І таке питання, ще мене воно взагалі хвилює, як стимулювати ріст цього кактуса і щоб він цвів? Такие. Ну вот чтобы цвел, вот это вот нужно то, что мы зимой делаем им прохладу, то бишь не выше 15-18 градусов даем вот такой вот, и не так часто поливаем, и потом на светлое место мы холод зимой. Так. И потом, начиная весной их поливать более обильно, они начинают цвести. Если у них будет одна и та же температура круглый год, они не будут цвести. Это редкость, как будет, ну, из кактусов цвести. Так що ці перепади, вони стимулюють цвітіння. Тобто, якщо я сьогодні його винесу на вулицю, то, можливо, він зацвіте. Я не зрозуміла, що всі кактуси цвітуть? Всі. Я вам скажу більше. Люба рослина. І твій. Має. Взагалі, любі рослини цвітуть. Любі кімнатні рослини. І що, і ці зацвітуть ще у вас? А як їх пришвидшити, щоб вони зацвіли? Смотрите, ми в домашніх условиях цього не зробимо. Во-первых, це должен бути температурний режим, це давлення. Атмосферне давлення – тоже влияет на их рост и цветение. Естественно, голландцы выращивают, когда вы выращиваете все растения, у них есть свои секреты. Естественно, нам они не раскроют. Так может туди кажут, что кактус цветет один раз на життя, потому что это очень долго. Это некоторые только есть сорта кактусов, виды, которые цветут один раз в жизни. Например, алоэ каунхоя, да, вот агава, она же цветет обалденно красиво, но она цветет только один раз в жизни. После она, как бромелевые, она отмирает и дает только деток, и вот они разрастаются. Эти чудеса, они все растут каждый год. Единственное, их нужно стимулировать. В наших квартирах не всегда это получается, потому что мы же больше квартиру адаптируем под себя, а не под растения. Ну так, хочется себе комфорту больше. А біля компьютера их кладут, они поглинают что-то? Ну, это неправда. Неправда. Они, к сожалению, возле компьютера и мало света, они только вот вытягиваются, начинают портиться и портят свой вид. Ну, спрыгиваются. Так. Ось і не витягнув собі на комп'ютер. Але я чекаю, поки він зацвіте, а він зацвіте, я переконана. І я чекаю, коли мій виросте трохи і також зацвіте. Я думаю, тепер ми знаємо, як за ними доглядати. Тепер будемо думати стосовно температурного режиму. Щось я, напевно, йому не так роблю. Дякуємо вам, дякуємо, що розказали. Звісно, не всі, я думаю, ще треба говорити про це і багато, але я думаю, для першачків, хто тільки, можливо, починає цей свій світ і шлях з кактусом, тепер знає, що з ними робити. Тетяна Єрьоменко, флористка, була сьогодні у нас в гостях, розказала нам всі поради. Дякуємо вам.